Куда? 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 До города. Дорогу покажешь? До Балакова. Поехали в город, я тебе лес покажу. А вы лес женат? Лес я сам. Что? Вы женаты? Нет. Отдыхайте. Так, вот это то же самое место. Да, второй я уже. Ага, скользко. Так, ничего. Ить. Тепленькая. Змеи, смотрите. Ужики. Так. Первые есть. Даже какое-то подобие получилось. Это прям и за этим самым дыдище зацепился. Оп. Сейчас мы его накатиком. Опа. Все. Не препятствие. Так, перерыв. Скользко. Блин, мангал.
перекур. Не уехал без меня. Фу. Вот так вот, почти ничего не делаю. 144 пульс. Сейчас был выше, прежде чем включил. Фух. Ну вот, сфоткал называется, красиво. Рядом. Вот я где нахожусь, хочу вот сюда заехать. О! О, какая красота! Я это видел, кстати, когда-то. Помню, что здесь, да, что-то такое было. Но мне сюда рано здесь. Так-то он вроде не очень высокий, но я такой никогда не заезжал, во-первых, по высоте. Во-вторых, здесь еще и грунт сыпучий. То есть здесь песок, ну или такой грунт мягкий очень. В общем, я переместился отсюда вот сюда. И, в принципе, если я сейчас поеду прямо вот сюда вниз еду, я как раз тут не съезжал, можно посмотреть, то по кромке воды по левой стороне у меня будет, я по идее попаду как раз на свой этот интересующий меня этот вот гребешок. Так, ну что, пробуем интересно. Спуск на первый с торможением передачи. Стоечки в оттяжечке. Встать еще. О, отлично. Ну, собственно, вот, оказывается, куда я заехал по центру. Это и есть тот гребешок, по которому можно проехать вперед до середины вот этого Мазуринского озера. Ну, сейчас проеду и буду осматриваться там. Только приблизительно. Ё-моё.
нравится. Так. Надеюсь, отсюда. Ой, а тут мелко-то как. Все в тени, правда. Но я почти до середины доехал, какая вышка. Я не обращал на нее внимания раньше. Вот, да. Я на середину озера выехал примерно. Почему, интересно, сюда никто не ходит? Ну вот, справедливости ради, надо сказать, что я доехал почти до конца. И там я не знаю, какой конец. И не хочу знать. Там вот дерево стоит, а потом, может быть, вода начнется. В общем, я устал и есть хочу. Поэтому я назвал все. Слился, как обычно. Первую. Оп. Нормас. Вообще нормас. Фу. Вот это я понимаю отдых. Все. Кушать и спать. Шутка. Кушать, пить. И после перерыва продолжаем. Вот он. Спуск какой. Отсюда он не такой страшный. Все, на первый. Попробуем. Сверху. Так. Оп. И в оттяжечку. И на первый. Нормально. Хорошо, когда торможение двигателем есть. Интересно. Так. Вот, вот тут вот я мучился, конечно, страдал, я помню. Сейчас. Ух ты! Уже не так все плохо. Хотя тоже не слабо так. Что там такое? Гарасина, блять. Начинается. Вот так вот. Сразу надо было. Ну вот, другое дело. Позвольте. Ой. Смешные какие. Издеваетесь, что ли, над человеком, а? Так же нельзя с людьми поступать.